И всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу вам рассказать про наш новый мотоцикл Best Yeti KU125, который собран из двух питбайков. Я надеюсь, это видео вам будет очень интересным и познавательным. Берите чаек и печеньки и поехали! Что про него можно рассказать? Здесь рама от Каю стоит, сиденье Каю, пластик тоже Каю, руль тут БСЕшный, ручка сцепления тут стоит не от БСЕ и не от КАЮ-125, а от Каю Дайтона 190. Она очень хорошая, можно тут достаточно удобно его выжимать. Плюс оно откидное, но в принципе в данном случае это не важно, так как у нас стоит защита рук. Кстати, защита тоже от BSE. Ручки у нас идут Apollo Motors. Так, дальше крышка от бака. Тут стоит алюминиевая, тюнингованная за 500 рублей вроде. Пластик, смотрите, здесь все каевское, а здесь у нас идет пластик от BSE. И щиток тоже от BSE. Потом колеса у нас стоят от Каю. В принципе, резина самая обычная, ничего в ней необычного. Дальше вилка стоит от BSE с траверсами. Траверсами, видите, тоже от BSE, все BSE. Карбюратор тут стоит не от BSE, не от Каю, это Ниби. Просто я имею в виду то, что это не стоковый карбюратор, который обычно ставится в сток на Каю или на BSE. Это тюнингованный карб. Дальше катушка тут стоит каевская. Свечной провод от BSE от моего. Двигатель, соответственно, BSE. Просто тут сборная солянка получается. BSE и Каю перед BSE, зад Каю, грубо говоря. Потому что глушитель тут стоит от Каю, рама от Каю. Поэтому должен быть и глушитель, который подходит к этой раме. Подножка от Каю. Все дальше идет от Каю. Но также особенность заключается в том, что двигатель от BSE, а вот эта лапка от Каю. А, еще, кстати говоря, вот с этой части мы не рассмотрели его. Тут у нас стоит 420-я цепь. Это цепь Таяла на BSE. Сейчас она здесь стоит. Плюс идет вот эти звездочки все, тоже от BSE. Ну, потому что тут звезда 420-я. И, ну, надо было поставить сюда вот эти все под 420-й, вот эти все части. Дальше ролик натяжителя цепи. Он, по-моему, стоял на BSE, но вот это я не скажу, не помню точно. Подножка от BSE, прям самая-самая моя первая подножка. Краник это каевский, фильтр. Кстати, фильтр очень грязный, так ездить нельзя, надо его почистить. Фильтр стоит непонятно откуда, не буду врать. Ну и в принципе все, такие вот дела. Получился у нас такой гибрид, а не мотоцикл, собран из двух мотиков. А на том все то же самое, но обратно. То есть то, что я говорил, здесь стоит от BSE, там стоит от Каю. Все наоборот. Почему мы это сделали? Ну, изначально у нас было два мотоцикла, ни один из них не работал, и мы решили из двух собрать один. Я просто похлопаю. Чтобы Андрей мог хоть как-то кататься. Как только мы его собрали, у нас появился второй мотоцикл, и запчасти к нему. Мы его максимально собрали, но что-то не хватало. Мы докупили все запчасти, и вот теперь у нас есть второй мотик. Гениально! А если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал, на мой и моего брата. Я надеюсь, это видео вам было интересно и познавательно. Всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока!